Поехали. Первый уровень пройден с одного каста. Что у нас тут есть? Ничего хорошего. Второй уровень пройден с одного... Нет, не с одного каста. Ну, фактически, как бы можно сказать, с одного. Scroll of Acquirement мы получили. Прекрасный лут. Давайте сразу же зачитаем Scroll of Acquirement. И нам нужна броня. Мы получаем какие-то перчатки. Что это за перчатки? Плюс 2 с инвизом, стрэнджой, с лейнгом. Полная фигня, по-моему. Потому что у нас с фаером, у нас фаер-резиста не хватает. Инвиз тут не в тему. У нас и так есть инвиз стрэнджа. Она как бы погоды не делает. Нет, плохие перчатки, я их выкидываю. Начал гуглить зиггурат, говорит некрофагист. Наткнулся на пикчу зиг плюс 102. Бывает. Да. Так, эти ребята летают? Не. Давайте пробовать наш шатер. Я твой зиггурат шатал, да? И прошатали. Немножечко. Но этого не хватило. Вот, поэтому мы сверху фэр-штормом накроем. Надо было со Staff of Air в руках это делать. Да, что я вообще, кстати, делаю это? В конце концов, Staff of Air надо держать в первую очередь на первых уровнях вот этих. Скролл и телепортейшн. Прекрасная штука в зиггурате. Лево Амо. А, где там был Лево Амо? Давайте его напялим. Плюс один со стороной минус 4. Офигеть вообще. Просто офигеть. Вернем нашу обычную бронь. Перчатки свои на день обратно. А, точно, да, точно. Это у нас резист к фаеру неполный. Стоп, у нас полный резист к фаеру. А, да, за счет того, что у нас посох фаера в руках. Посох огня дает дополнительный резист. Все правильно. Все так и должно быть. Панлорда вызвали. Что может этот панлорд? Summon Demon Energy Bolt. Все, панлорд кончился. Финда не надо было бить в... О, Shield of Ignorance, классная штука. Это большой щит, плюс 10, но у него есть один очень серьезный минус. Это минус 4 инты. И с учетом того, что у нас щит плюс 8, а этот плюс 10, разница небольшая. Но наш дает протекшн дополнительное от С еще. Это дает резист к негативке, который у нас решается элементарно. Нажал кнопку, у тебя полный резист. Все, как бы... Так, поригеним. В общем, щит прикольный. Ага, Glowing Storm Dragon Scales. Окей, напялим их. Плюс 2 с Эролеком Air Poison'ом. Нет, неинтересно. Тебе Remove Curse не завезли? Ты что все напяливаешь, говорит мне изоморф. Да, блин, я забыл, что я Remove Curse убрал. Надо определять просто. Да, правильно, правильно. А где идентификация? Я ее не выбросил, надеюсь. Я свитка идентификации выбросил тоже, что ли? Лол. Да если ты что делаешь вообще? Potion of Experience за то завезли. Я, по-моему, зафейлил очень серьезно. Выбросил свитки идентификации. И одновременно свитки Remove Curse. Хорошо, что мне сейчас на это обратили внимание, а то я такой иду... Напяливаю все подряд, и того и гляди, что-нибудь не то напялю. Опытное приключение. Фейл просто, полный фейл.
О, ну надеюсь, мы найдем свитки идентификации Remove Curse здесь. Да. Поэтому я не сильно парюсь. Сейчас, секундочку, кошечка скребется, выпустить просит ее. Через минуту. Так, вернулся. Окей. Что у нас еще есть? Polish at long sword, который мы не будем определять. Мы его на всякий случай подберем. Так, окей. Окей. У нас здесь свитки телепортации, палки кислоты, Scroll of Fog. Кстати, я там за счет того, что сбросил эти свитки, я их не отключил ненароком. Подбор. Scroll of Identity в плюс должен быть. И Remove Curse тоже вот так в плюс. Poison Arrow, Chain Lightning, Crystal Spear, Glaciate and Firestorm в нашей библиотеке. Появился Glaciate, прекрасно. Нужен ли нам Glaciate? Хороший вопрос на самом деле. Glaciate не очень далек от того, чтобы начать его кастовать. В принципе. Освободи траву из клетки. Не, зачем? Это неинтересно. А если ты выйдешь из зиггурата, то сможешь вернуться обратно? Только за счет фигурки зиггурата. Да, один раз смогу вернуться. Но уже в зиггурат плюс. Почему ты делаешь такие глупости? Выучи уже Remove Curse, Identification и Magic Mapping. Да, 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 да. Знаю, но ничего поделать не могу. Вот, кстати, кольцо. Колечко. Которое мы не можем выяснить, что из себя представляет. Лол. Немного пофэрштормили, окей. Spear of Piercing. О, Remove Curse завезли. Прекрасно. Steaming Short Sword. Прекрасно. Blow Gun. Ну что, можно определять. Я думаю, когда забьем инвентарь, тогда начнем. Рано пора. Пока рано, то есть хотел сказать. Фиалки, все такое. Опыт пропей. Да, правильно, чуть не забыл совсем про это. Potion of Experience. И мы его будем вкладывать в Maces and Flails на всякий случай, наверное. Но в него, по крайней мере, он более-менее заходит. Остальное все как-то не очень. Смотрите, какое свечение классное. Это не ремув, это энчант. А, да, это энчант. Лол. Его уже два. Значит, все плохо. Rapid Silver поддержал канал на 50 рублей и сообщает. Традиционный полсотник. Черт, я опоздал. Хотел до захода в зиггурат напомнить тебе про убийство призрачных дайсов. На бис. Да вроде убили, насколько я помню. Тут бы я заюзал наш 5% шатер. Еще разок. Еще разок. И фэрштормом сверху для восстановления маны. Еще нет. Вот так вот.
А, убили. Окей. Polished Short Sword, Scroll of Vulnerability, Rationы, Enchant Armor, Scroll of Remove Curse. Remove Curse нашли реально. В этот раз прям инфа сотка. И амулет нашли. Блин. Что еще мы видим? Polished Short Sword. Но вообще, на самом деле, оружие мне нафиг не нужно такое. Смотрим, Джордж говорит, моя зига уже не такая легкая. Минутка физкультурной информатики. Информации. Ну да, надо, наверное, было опыт вкладывать все-таки в эльф, в силу земли. Сейчас как миска с ним что-нибудь. И, кстати, надо посох менять, когда Staff of Elf берешь в руки. Я бы, пожалуй, даже Staff of Elf таскал с собой, но сначала Polished Sword. Slice RF Dexta. Плюс 8. Прикольно, конечно, но это совсем не то, что нам нужно. Теперь Steaming Short Sword. Плюс 3 с фризингом РФ плюс плюс. Тоже фигня. Ну, как бы ясное дело, что все эти мечики, они явно, ну, из себя ничего хорошего не представляют. Плюс 9 Short Sword of Shining Light со скоростью стринжой плюс 4. Прикольно, но не интересует, извините. Поедем дальше. Кольцо чекни. Потом чекну. Чуть позже. Накопим немножечко еще вещей хороших. Кентавры об меня убиваются. Прекрасно. Где-то лич летает одиноко. Но успел. Телепорт. Что мы видим? Скотч Leather Armor. Окей. Скотч Leather Armor мы можем попробовать, но она все равно не будет иметь такого уровня брони, как нам нужен. То есть что на ней может быть такого, чтобы я ее надел вместо нашей брони ледяной? Свиток идентификации лежит. Да, Scroll of Identity. Где? Все еще лежит? Или мы его подняли? Да, мы его подняли. Прекрасно просто. Не смотри, бронь ниже plate mail, говорит Изоморф. Архимагия. А что мне даст архимагия? Как бы, на самом деле, ничего. Я просто проигнорю этот артефакт. Дайс зажрался. Инфа сотка. Дайс реально зажрался. Как вот это назвать? Не берет артефактную бронь. Архимагия дает силу ко всем заклинаниям. Ну окей, уговорили просто. Напяливаем. С РН плюс плюс. Какая броня. Просто нет слов. Броня. Бронище просто. Шатаем всех. Трясем экран. Не зря же мы посох в руки взяли. Это как-то влияет у нас? Нет, на шатер это почти что-то не влияет. Возьмем в руки воздух. Включим наш торнадо. Ей. Abjuration и Summon Demon поимели. Амулетики, прекрасно. Во, Spirit Regen MP5. Ну вот это довольно заманчиво. Это вообще известная такая уникальная броня, которая всегда вот в такой форме генерится. Броня лунного тролля. У нее не очень высокий уровень брони сам по себе. Но есть мана и реген хороший.
Любую артефактную бронь стоит чекать. Могут выпустить хорошие плюсы на резистые бренды, говорит некрофагист. Да, да, вот почекали бронь. Я даже не знаю, имеет ли смысл ее брать с собой куда-то. У нас теперь два свитка идентификации. Можно амулеты почекать. Стоит ли чекать амулеты своим лицом? Скорее всего, нет. Амулеты очень опасная штука. Что такое спирит? А, да, спирит. Спирит это сразу нет. Это штука, которая позволяет танковать маной. То есть сначала у тебя мана кончается, когда по тебе бьют. Для мага это очень плохая штука. Не стоит ее брать. Ну что, чекнем кольцо вручную. Ring of Fire со Стрэнджой Диксой. Так себе. С Ring of Fire и Staff of Fire. У нас как, например, дела с огненными заклинаниями. Ну, Firestorm стал получше. С другой стороны, как у нас резисты. Ну, резист к холоду немножечко уменьшился. Синь Invisible не видно. Ну, так вот. Регион на нежить работает? Не знаю, возможно, нет. Да в любом случае, эту штуку не беру. Так, а вот кольцо. Нужен ли нам кольцо Fire? Ну, это просто Ring of Fire, на самом деле. Ничего больше. Потому что там Стрэнджа, Дикса, это бесполезные вещи. Они нам ничего почти не дают. Я вот, например, его бросаю, у нас... Ну, чуть-чуть там Evasion с Shielding'ом на единичку падают. А здесь у нас инта плюс 5 и си инвизибл. Это совершенно другие вещи. Вот. А, ну, в общем, поехали дальше. Какие ребята появились у нас в поле зрения? Все летают, небось. Can fly, да. Поэтому нам нужно жахать в них, начать чем-нибудь огненным. Так, кто ты еще жив? Тут зря, ребят, надо было вместе со всеми умереть. И врубаем. Торнадо. Не знаю, надо ли было сразу кастовать или нет. Но у нас есть Plate Armor, который я не буду проверять, потому что все равно его носить не смогу. Нормально. Remove Cures. У нас уже два свитка. Что у нас, кроме Plate Armor, здесь есть хорошего? Ну... Ничего. Рис поизна. Еще. Имбень, говорит некрофагист. Да, да, такой есть. Амулеты не чекнул. Не уверен, что я их прямо сейчас хочу чекать. Чекать лицом не хочу, а тратить себе два свитка сразу тоже. Самое главное, хлеб с сыром полутолем. Полутолем, да. Прекрасно. Смокинг Глейв — это двуручное оружие. Его со щитом нельзя использовать. Свитки Enchant Armor, мутации. Вот, Iron Ring. Прикольно. Так. Fine Silver Ring еще. И No Spells to Library.
А еще, да, вот здесь кольцо. Давайте начнем с идентификации кольца вот этого. С дрейном, РН, МР, Стрэнджой, Синвизом. Но вот у нас кольцо здесь инту имеет, а не Стрэнджу. Будь это, например, инта плюс 8, это было шикарнейшее колечко. Чувак, который прошел 102 зигурата, говорит, некрофагист, носил такой армор. Плюс 8, Orange Crystal Plate Armor с архимагией. Интом плюс 3, Clarity. Да, я бы тоже не отказался, наверное. Я бы даже нашел способ, как кастовать в такой броне, наверное. Не, у него просто, скорее всего, очень много интеллекта было. А когда большое количество интеллекта, то пофиг. Ну, в общем, Стрэнджа плюс 8, это прикольно. И... даже не знаю, что сказать. Больше ничего не могу сказать. Нас продрейнило, конечно, но что поделаешь. Мы это быстро решим вопрос. Резист к холоду, инта плюс 2. Нет. У нас есть кольцо с визардри, РФом, МРом, интой. У нас есть инта плюс 5, синвиз. И менять это на инту плюс 2, резист к холоду, бессмысленно абсолютно. Что, поехали дрейн восстанавливать. То, знаете, как-то после этого все стало очень плохо. Надо фэрштормами штормить. Похоже. Сейчас какая-нибудь жесть будет, конечно же. Возможно, нужно снять себя. Да не, нормально. Все вроде норм. А вот и дрейн прошел. Просто изи. Пару раз кастанули фаерсторм, нету дрейна. Трейсингу тян? Нет. Нет, не тянгу. Ну, хоть и тянгу, но... такое мужественное тянгу у нас. Очень мужественное. Еще амулеты кольца. Давайте кольцо поднимем. С РФом, МРом и Стрэнджой плюс 2. Ну, нет. Нет, это мне не особо волнует. Всякие Glowing Hand Axe явно не тема. Не знаю, на них может быть, конечно, что-нибудь типа архимагии там или еще какой-нибудь фигни. Но вероятность, как говорится, крайне мала. Пора определять амулеты начать. Где вообще свитки идентификации, я вас спрашиваю. Я сюда пришел зачем? Лут чекать или как? Чекни уже амулеты, смотреть больно. Чекаю. Раз амулет. РН, РМ, МР минус. В общем, такая фигня. Так, следующий амулет. Спирит, Р Пойзен, РФ минус, МР плюс. Фигня. Фигня, фигня, фигня. Сияющий топорик. Может быть, все-таки посмотреть. Ну окей. Проверим сияющий топорик. Вдруг как проклятый окажется. Да, реально проклятый. С винтой плюс 6, правда. Плюс 3 хендекс с винтой плюс 6. Ну, винта плюс 6, это прикольно. У нас сразу... шайтер немножко получше стал. Амулет веры знаешь? Знаю. Не хочу сейчас с амулетом веры играться. Так, ну чё, надо ремув кюрс читать обязательно. Опять какой-то халявный уровень попался. Давайте всех шатером разорвем.
все, просто кончились почти все сразу. Видите, какая имба этот шатер? С одного каста весь экран к чертям. Просто были чуваки, нет чуваков. Manual of Slings. Nope. Еще Remove Cures. Yep. Что мы видим? Ivory Longsword. Bronze Ring. Это двуручное оружие. Нет, one-handed. One-handed Slice Referen. Нет. А нам нужен ринг. Где он там был? Вот он. Ой, я забыл кольцо надеть. Лол. С электричеством, поизоном, негативкой, странжой плюс 4 и дрейнингом. Негативка не нужна. Эролек у нас, по-моему, где-то же еще есть, да? Или на амулете у нас. Да, у нас на амулете. А амулет очень хорош. С рефлектом, шилдингом, странжой, РН, РФ. Ну, в общем, нормальный набор РН. Правда, здесь не особо, там, скажем... суперский, но так или иначе. Ну, амулет рефлекта я вряд ли снимать буду в ближайшее время. У тебя логика была нарушена, говорит, твою ночь. Пока у тебя remove cures, можно все надевать смело, само определяется. А cures на тебе можно будет использовать. А когда remove cures кончится, тогда и определять. А, нет. На амулетах бывают вещи, которые не хочется снимать. При съеме они могут негативный эффект давать. Наверное, сейчас уже такая стадия, что это не важно. Вот, поэтому можно, в принципе, последний амулет тоже попробовать напялить. Вот, пожалуйста, Спирит, Эрелек, Инта минус 2, Дикса 9. Понятно. Как бы, ну, прикольно, но нет, извините. Рили ремув, рили. Вот это мне не нравится, такой дрейнинг сильный. Ты, может, сначала снял некро, потом уже смотрел, что призистом. По-моему, я так и сделал. Нет, нет, я ошибся. Неважно. Дрейнинг — печальная штука, конечно. Тут вроде фаерштормом можно штормить. Этих ребят тоже давайте. Дрейнинг стал поменьше. Торнадо теперь в норме. Врубаем его. И еще фаершторм сюда. Так, не помогло. Надо добить. Все вроде, все мертвые. Дрейнинг прошел. Дочь, не одевай бижу. Тебя дрейн убить может, если на следующем уровне будет что-то страшное, говорит изоморф. А, да. Да не только бижу тогда, вообще ничего нельзя надевать. Игнишн хорошая штука, некрофагист, согласен. Так, вот у нас есть определение. Блинки. Джейдринг. Так, а тут что у нас? Enchant Armor опять-таки. Mm.
Проверять ли кольцо на диване? Да, конечно. Пусть меня убьет дрейнинг. РЦ, инт минус 3. Синвиз. Инт минус 3 особенности радует. Лучшая штука. Спасибо, игра. Что за мануал? Мануал армора. Естественно, он нам нафиг не нужен. Так, у нас шатер все лучше и лучше становится. Что за мануал? Армора, говорю. Ну, вроде все, больше ничего интересного не видно. У нас, правда, странжа 11 из 15, но это проклятие мумий. Так вот себя ведут. Шатаем зиггурат. Раз. Шатаем зиггурат. Два. Жахнем всех, кому не нравится, что... Ну, кого недостаточно шатает зиггурат, скажем так. Немножечко торнадо, чтобы к нам близко не подходили. Да как бы и все. А, нет, он там... Глаз есть еще. Airstrike же я оставил, да. Airstrike у нас еще есть, но это Changeling, похоже, Shapeshifter. Секундочку. Так, я на месте. Слушайте, шейпшифтер не хочет отступаться, продолжает шейпшифтиться, но это недолго длилось. Вот. Шатерить два раза подряд неэффективно, говорит некрофагист. Лучше бить фаерштормом, а когда все стоят в огне, тогда уже кидать шатер в своих вортексах. Хотя это, в общем-то, не важно. Плюс 3 шляпа. А что такое Ponderous? Неважно, но там МП плюс 10, инта плюс 5. Хорошая шляпа. Где? Покажите. Сразу просто надеваю. It's very cumbersome. Was slowing your movement. Ты будешь двигаться, как улиточка. Ну, не лапай шляпку, она больная. Не, она хорошая. Это перманентный слоу. Блин, ну... Почему она такая хорошая, я не знаю. Ну как это так вообще? Серьезно, игра, зачем ты меня троллишь? Просто лучшая шляпа на районе. Если бы не Ponderous. Ну-ка, давайте примерим все равно. А где у нас перманентный slow? It's very cumbersome, slowing your movement. Я как бы нормально мувуюсь, или мне кажется? А, она чуть-чуть замедляет-то. Я просто с полетом имею движение в 0.9, а так я имею в 1.0. Так это же нормально. Все ок. Это один из заранее сгенеренных артефактов. Да, но он хорош. Нам дают ману. Нам дают инту. Если бы не Ponderous. Ага, кристаллическая бронь тоже крутая, если бы не Encumbrance, говорит некрофагист. И это никак не отражается на наших заклинаниях. То есть это дает плюс 0.1 только всего. Каст проверь на действие. Давайте там саммонем спеллфоржит сервитора. Тоже за единицу времени я его призвал. Все быстро действует. Никаких проблем не вижу. Все, я ее ношу, это моя шапка теперь. И даже брони чуть больше. Ну хоп, 51 броню имеем уже. Настоящий маг никуда не спешит. Конечно. Эх, классно. Не, вот это хороший артефакт. Это я считаю годным. Executioner's X. Хм.
Давайте примерим. Веном, Эролекс, Транжадикса. Окей. Так, меня еще лишнего выкинуло. Как выкинуть только единственный поднятый недавно предмет? Вот, вот как вот это сделать? Так, шапку кидаем. Индиана нашел свою шляпу. Скоро будешь от катящихся валунов убегать. Может быть. Говорите, перманентный слоу. Нет, не перманентный слоу. Слоу — это когда все замедляется. Это передвижение только на 0-1. А нас как раз, собственно, это компенсирует. То, что... В общем, я с помощью этой шапки буду компенсировать. Вот. Слайми Варейкс. Блинк, Пойзен, РЦ. Плюс 10, правда, конечно. Прикольно. Все как бы хорошо. Но нет. Ну чё, едем дальше. Плиз, не оставляй ту старую шляпу, говорит не сахар. Она же служила нам верой и правдой. Ну тогда бы я столько хлама с собой таскал. Тем временем 15-й зигурат. Ну да, как бы 15-й зигурат, это уже серьезно. Дасьяки, панлорды. Так, стафов. Вер, наверное, надо в руки взять и сваливать потихоньку. Так, кто-то из панлордов умер. Я в сообщениях вижу, что у нас 21 F-Magic уже. Я думаю, можно F-Magic пока выключить, включить Evocation и Mace and Flails. Да, и доджинг заодно тоже докачать бы не помешало. Панлорды не впечатлены шатером, но бывает. Тогда мы их будем крутить на карусели. Я думаю, понравится. С пары каруселей помрут. Дисторшн, видимо, это был. Слушай, панлорд, ты умрешь вообще? Нет. Умер. Нормально. Что у нас там? 23 вакейшена. Тоже неплохо. А глифингов вручную убиваем. Красота. Постмодерн Джордж говорит, я как-то на 23-м Зиге умер на уровне, где были только панлорды. Да, это звучит довольно страшно. Ну, Potion of Magic, прекрасно. Хорошая штука. Рейшины. Шапка. К сожалению, шапки мы надевать не можем, но здесь, смотрите, реген МП, резист к электричеству, МП+. Голд. Того, что мы видим. Кольцо. Скейл мейл. И ножичек. Кольцо. Не, кольцо мы просто поднимем. Мы сейчас не будем ничего с ним делать. Скейл мейл. Может ли быть с дрейнингом? По идее, может быть. Но скейл мейл, что на нем может быть классного? Ну, может быть, много чего классного так-то, на самом деле. Просто тоже пока поднимем. Мечик можно определять, я думаю, так просто. Странжазик Сасси Инвиз. Окей. Не впечатляет, сори. Так, тут какой-то болотный уровень.
же все летающие твари или нет? Что если я вас немножечко шатерну? Еще разок. Ну, помогает потихонечку. Ну, фэршторма добавим. Для развлечения. И этого какого-то торнадо тоже. Для оставшихся. Так сказать, на сдачку. Что у нас есть? А, луки, даггеры, ринги, больше рингов. Свиточки есть. Светочков не завезли. Так вот такие. Блин, что выкидывать? Что выкидывать? Слишком много всего. Надо что-то уже выкидывать явно. Новый вид хардкора, торнадо с посохом земли в руках, да? Люблю такие штуки. Но у меня основная ошибка, что я забыл взять с собой огромную пачку свитков идентификации. Так бы я сейчас бы уже давно все проидентифицировал. Ну, какие-то поты мутации исключи, говорит некрофаги, с тебя они ни к чему пока. Согласен, поты мутации, конечно, как бы они круты бы не были бы, казалось бы, я все равно использовать не буду в ближайшее время. Вот. Поднимем кольцо, окей. Дагерок. Давайте дагерок потестим. Flame int плюс 7, плюс 10 дагер. Ну, плюс 10 это не важно, а то, что он... Flame это тоже, это же не of fire. Int плюс 7 прикольно, но у нас как бы и так все хорошо с интой. Вот если мы int плюс 7, у нас сила как-то поднимется вообще или нет? Давайте проверим. Нет, сила особо не поднялась. У Sublimation of Blood разве что, это не факт. Да, только у него. Патруль Масмена выкинь рационы. Еще одно кольцо тут меня троллит. Очень хитро троллит. Пора уже идентификацией заняться. На кольцах, наверное. Топор выбросим. Так, а у меня топор с собой где-то есть? Да, точно. Слушайте, я топор забыл выбросить. Взяли кольцо. Окей. Варлок Мир. Это фигня. Что осталось? Осталась бронька. Warped Scale Mail. Может ли на ней дрейнинг быть? Может быть. Некрофагист. Я бы сказал так. Тут скорее друзья дебилы, и тут вопрос, друзья ли они после такого. Вот. Так что все очень относительно. Амброзия нужна ли мне? Но на самом деле не такая уж плохая штука, в особенности, когда ты живой. Вот. И она позволяет тебе немножко живым остаться. Так, я боюсь просто надевать, но я надену. Что у нас? РЦ, МР, Странжайнта. Не очень. АЦ маленькая. Очень. РЦ, МР, Странжайнта. Это все прикольно. То есть дополнительная инта меня радует, безусловно. МР мне не нужен. Что теперь надевать? Теперь кольца надо надевать. Там дрейнинг. Лол. Нет, здесь коррозия. Эролек, Странжай, Дикстас, Лейнинг. Так себе. И слейнинг, а слейнинг, дайс. Айс. Контаминейшн, Странжай, Дикса. Плевать на контаминейшн. РФ 3 плюс А, инта минус. Полет, сленг минус синвиз. Ну, прикольно, но все равно далеко не то, что хотелось бы.
Второй хрустальный шар для тех, кому мало своего, да-да. И у нас что остается? Есть еще один артефакт, еще одна артефактная бронь. Прямо здесь, да? А, мы ее не надевали. И мы ее не можем надеть, потому что нам нужно Remove Cure заюзать. Окей. Коррозия стелс. Надеваем обратно нашу замечательную с Dragon Scale. Ну вот, все вроде посмотрели. Инту немножко у нас из-за контаминации сгрызло. Карл говорит, забыл тебе вопрос адресовать. Сообщение выше. Вторые пиларсы планируешь после выхода всех дополнений проходить? Я их планировал еще до выхода. Насчет как-то все время времени не хватает. И я вижу, что интерес к ним не особо велик. И у меня он тоже не то чтобы супер-мега велик. То есть он есть как бы, но меньше, чем, например, к Dungeon Crawl'у. Dungeon Crawl мне гораздо больше нравится не в том смысле, что это сама по себе игра лучше, а в том, что, ну, чем-то она мне ближе, наверное, такой стиль. Рука пустая. Да, с пустыми руками стоять нехорошо. 18 уровень зиггурата. Какие статы персонажа без артефактов? Маленькие. Очень. Так вот скажу. Свинды, наверное, очень будут в восторге от Фаерштормом. Но вы знаете, что-то не в том восторге, как мне хотелось бы. Ставлю Фаер в руки. Кастуем Торнадо. Децимитлы там появляются. Они тоже очень любят Фаерштормы. Их тут несколько. И это мы с посохом воздуха кастуем в руках. Окей, давайте еще раз. You can't see any susceptible monsters within range. Че-че-че? Че там, с ума сошли? Ой, меня обкладывают тут просто. Я для того, чтобы с Hell Sentinel разобраться, кастую Шатер. Ну, это, в общем-то, неплохо работает. Тут мужики с Диспелан Дедом. Вижу, убиваю. Вовсю просто мочу. Нещадно. Вообще, посохи переключать неудобно. По идее, надо ходить с кнутом и всех убивать. Вот так вот. Чарж. Какой-то щит. Это интересно. Potion Experience. Что еще мы видим здесь? Оружие, колечко. Колечко-то хорошо. У нас свитков идентификации стало 4 уже. Фаершторм не от воздуха ли работает? Нет, он работает от огня, он же огненный. Ты чё, он же огненный. Еще один Ларшилл of Protection. Классно. Спасибо подземелью. Этот баклер что из себя представляет? Кёрсет? Хреновый. Еще одно Cursed оружие. Прикольно. Что еще посмотрим? Что еще будем надевать? Колечко наденем. А вдруг там дрейнинг? Дайс. Сейчас он Conjure плюс Flame. Вот если посмотреть, то Firestorm Conjuration Flame. Он из двух школ.
Столько проклятой фигни, хоть кашинзай записывайся. Ну да, колечко я, наверное, через идентификацию буду смотреть, там частенько дрейнинг бывает. И очень не хочется на него попасть. А, да, я же не могу из-за оружия в руках. Окей. Выбрасываем щит. Надеваем нормальный щит, выбрасываем. Эту штуку берем. Посох в руки. Чем там хотели-то? Glowing Flail еще был. Плюс 9. С Ирелеком, Пойзеном и Маром. Ну так, нет, неинтересно, сори. И колечко. С Интой Диксой. Слабо. Все напяливай. Все, говорит, не сахар, а выгляди, из ушей черный дым пойдет. Да. Че, все, вроде. Ничего интересного не нашли. Бывает. Всем шататься. И что-то у нас прошла наша некромутация. Это плохо. Staff of Air в руки. Поехал торнадо. Торнадо скорее штука такая для добивания получается у нас. Так, Steaming Trident, Scroll of Acquirement, Potion of Experience, которых у нас, по-моему, сколько? Неважно. Так. Crusted Ring Mail. Экспа. Перчатки со слейнгом плюс 5. Прикольно. Два Transparent Trident. Один здесь. Сразу в руки возьмем. У нас же есть Remove Curse. Да, он, зараза, проклятый. Что еще мы видим? Ну, можно робу сразу взять. Напялить. Не знаю зачем. Что у нас за мануал? Manual of Necromancy. Нужен ли нам мануал некромантии? Экспужи. Да, правильный ответ. Правильный ответ на неправильный вопрос. Ну, в общем-то, как есть, вот то, что есть, все потихонечку сюда и вливаем. Не буду я особо там со скиллами заморачиваться. Вот напились. Что у нас тут по скиллам? Evocation растут, Dodging растет. Mason's and Flares растут. Некромантию можно порасти немножечко. Накачать некромантию до 27 с аптитудой плюс 5. Почему бы и нет, говорит некрофагист. Но вопрос зачем? Ты понимаешь, вот ключевой вопрос зачем? Стронжа плюс 5. Окей. Хорошая штука. Больше ничего интересного нету. Не завезли. Не, еще Trident есть, но для этого надо Remove Curse сначала проюзать. Для этого Trident. Это, скорее всего, тоже проклятый какой-нибудь. Слушайте, не успел сказать. Конечно, проклятый. Еще есть минус Интой, ко всему прочему. А, Scroll of Acquirement у нас же есть? Есть. Давайте его прочитаем. Чем мы хотим? Наверное, больше брони. Да, ну да. Кейр у нас шилд. Плюс 2 Shield of Reflection. Прикольно, нет, спасибо. Это не то, что мы ищем. Окей, едем дальше. Да, едем.
больше будет действовать некромутация. Можно нормальные спилы заучить. Тот же Дездор. Дездор прикольная штука, да. Да, согласен. В общем, можно много чего хорошего заучить.